Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Magazine Holy Play, 7 сервер. Итак, сегодня у нас будет прикольненькая такая серичка. Сегодня у нас будет тюнинг. Тюнинг, так, что он спрашивает? Ох ты, блин, спасибо. 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 Давайте мурку пожмем, это подписчик. Ричард, Ходи, привет тебе. Сегодня будем тюнить, как раз нам денежки нужны. Будем тюнить сегодня УАЗик, потому что цены на... да. Чуть подвинем его, давайте. Опа. Опа, опа, все, подвинули. Передашь привет? Давайте напишем Б, передал. Все, теперь едем в тюнинг, пацаны, в тюнинг, потому что нам нужно прокачать наш быстрый УАЗ. У нас только нитро стоит, но сейчас тюнинг стал дешевый, именно на советские машины, ну не на советские тачки, а именно на недорогие машины. Поэтому сейчас мы поедем, затюнингуем мой УАЗик на блат-номерах, какой мне подарил подписчик. Так, зеленый, все, поехали, не нарушаем правила. Я еще планирую купить третью машину, вроде бы говорят, что можно иметь третью машину без випки. У меня випка есть или нет, я не помню, кстати. А, у меня еще випка есть на 2 дня, поэтому мы по-любому купим все что-то. Бизнес закрыт. Окей, тогда едем в башню Останкино, едем, и там есть еще СТО. И там попробуем затюнить наш любимый УАЗик. Давайте на этой серии наберем, пацаны, реально 100 лукасов. Давайте поднимем активность, и все будет хорошо, потому что что-то активность упала на канале, поэтому давайте лайкосики обязательно ставьте и подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну а я поехал в СТО. Я вот хочу третью тачку, пацаны, купить, но я не знаю, что купить, потому что, ну, сколько она стоит? Ну, за 100 тысяч надо будет что-то найти, какую-то машину, и затюнить ее я бы тоже хотел. Но какую, я не знаю, пока что буду смотреть. Какую тачку купить, ну, не знаю, я вообще пятнашку бы хотел, но нам, если ее купить, то не хватит потом, наверное, на тюнинг. Хотя я не знаю, сколько сейчас тюнинг стоит на недорогие автомобили, там в районе 500 тысяч, ну, до 500 тысяч, короче, я не знаю, сколько там стоит. Поэтому давайте сейчас заедем в тюнинг, посмотрим, какие там цены. Ну, по идее, должны быть недорогие, недорогие должны быть цены, вроде бы, как я знаю. Так, пишем тюн. Ага, азот 9000 стоит, но азот у нас есть. Убрать тюнинг, перекрасить. Так, ускорить авто 22000 стоит. Ого-го. Ну такое. Давайте гидравлику поставим сразу за 9000. Ускорим авто. И еще раз ускорим авто. Итого у нас осталось 180 тысяч. Окей. Но зато у нас теперь есть гидравлика. И УАЗик должен ехать быстро. Это самое главное. Вот из-за чего я хотел его протюнить. Так, давайте. Тогда просто стартуем. У нас будет УАЗик в полном тюнинге, просто в полнейшем. У нас есть и нитро, и все у нас есть. Давайте гидравлику поднимаем. И сейчас пробуем на нем навалить. Ах. Так, максимальная скорость у него всего лишь 93 километра в час. Ну, не быстро, конечно, но зато он теперь валит. Так, чуваки, у меня неожиданно закончилась память, но все же нормально, я удалил, что не нужно, и можем дальше снимать. Так, давайте проверим его на скорость еще раз. Не, ну едет он так бодренько, я вам скажу. Довольно-таки неплохо. На хамонах у нас он, на нитро, на гидравлике, просто УАЗик в полном тюнинге. Это довольно-таки очень круто. Я до сих пор, кстати, нахожусь в мафии.
Не, ну гидравлик это вообще топчик. Можно, знаете, вот так вот сделать, смотрите, и выйти с машины. И вот от первого лица вид включим даже. Давайте. Вот. Вот просто соска. Просто соска, реально. Скриншотик давайте такой сделаем. УАЗик на гидраче еще у нас. Это вообще просто замечательно. Так, давайте пробуем на первого лица, кстати, проехаться. Ну, видите, высоко сидим сильно. Точнее, низко даже сидим сильно, поэтому я думаю, будем без вида от первого лица ездить. Так, опускаем его. Но зато у нас в полном тюнинге теперь УАЗик. Это очень круто. Это прям великолепно. Я давно хотел его протюнить, и вот цены хоть нормально сделали, и можно его протюнить. Поэтому все заебись. Все просто замечательно. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока. I said, man, I'm all-